Далее об этих и других событиях более подробно. Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос готовности учебных заведений страны к началу нового учебного года. Далее данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном акимате. Заместитель акима области Шахмардан Байманова отметил, за подготовку к новому учебному году детских садов, школ, колледжей ответственно не только управление образования, но и сами образовательные учреждения, а также акимы города и районов. Все поручения должны выполняться качественно и в срок. Поставлена задача завершить капитальный ремонт школ до 15 августа. До 20 августа ученики должны быть полностью обеспечены учебниками. Департаменту полиции совместно с управлением образования нужно проинспектировать состояние и потребность камер видеонаблюдения, подключение их к центру оперативного реагирования. На особом контроле должно быть качество питания в школах. В области в рамках нацпроекта строятся 4 школы. 2 за счет фонда поддержки инфраструктуры и образования. Еще 1 за счет спонсорских средств. К 2025 году в стране и в регионе не должно быть ни одной аварийной школы. Это прямое поручение главы государства, отметил Шахмардан Байманов.